Итак, всем привет. Попал ко мне сегодня телефончик на распаковку. Какой-то там, не знаю какой. Должен быть вроде бы Nokia. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, распечатаем. Вот эту посылочку. Яркой, такой желто-оранжевой упаковки. И тут, да, у нас Nokia. Раскладушка 2720 Fold. Так. Сейчас мы глянем, что тут у нас. А у нас тут зарядка есть, наушники, мануал. И все, больше коробки ничего нет. С комплектацией у нас не густо. Так, телефончик выглядит неплохо. Только вот тут хреново приклеили, правда, вот эту штучку. Вырываем сейчас вот. Если вам видно. Так, хреново фокусируется, но. О. Так. Какая-то лямба. Клей, что ли. Ладно, сейчас протрем. Да, клей был. И все хорошо. Теперь аж блестит. Пленочки. Раз пленочка. И два пленочка. Не знаю, на камере есть ли пленочка, не видно. Наверное, скорее всего, нету, видимо, где-то сорвали. Хотя как бы должна быть. Есть 1 Тб камера, как написано у нас на корпусе. Это у нас для подключения зарядки. И еще один какой-то разъемчик странный есть. Он какой-то широкий. Не знаю, для чего он. Кнопки регулировки громкости. Тут, значит, заглушечка у нас под наушнички. Посмотрю, откроем. Ух ты. Плотненько. Так, вот у нас разъем под наушники. Разъем здесь 2,5 мм. Старенький разъем. Так, а что у нас тут с батарейками? Как открыть, чтобы посмотреть? Так, так вот у нас внутри выглядит. Коричнево-серый аппаратик. Так, так, так. А как же посмотреть батареечку-то? Так, не знаю, как его открыть. Вот. Надо толкать вперед. Тут у нас пленочка, конечно же, чтобы телефон в пути не включился. Так, батарейка у нас BL4CT какая-то. Так, тут у нас разъем под флешку. Под флешку нету, есть под сим-карту. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, под флешку нету, есть только под сим. Флешку не поддерживает, кажется. Угу. Да, флешка. А вот такой разъемчик похож на разъем под microSD такой формы красавица. Но не он. Его здесь нету. Вставляем обратно, значит, батарейку нашу. Закрываем крышечку. Вот так вот она у нас легким нажатием закрылась. Включаем. И смотрим. Так. Accept. Телефон включился, тут ничего не светится. Угу. Второго экрана нету. Это динамик у нас здесь, походу, или нет? Или не динамик, непонятно. Микрофон где-то сбоку. Ладно, сейф. Сейф. Так. Русский язык не стоит сразу в коробке. Надо выставлять. Сеттинг, файл, CMS. Нет, не тон. Тон. Дисплей. Татэмай, синк, конверс, кал, фон, лангвич сеттинг, ну, имидж сеттинг. Нам нужен русский. Так, русский язык выбран, интересно, украинский язык здесь есть? Нет, украинского языка здесь нет. Ну, плохо, а должен быть. Так, вот такой вот у нас аппаратик. Ага, светится.
О, прикольно. Прикольно. А так и не скажешь, оно не видно просто. Такой как будто цельный корпус коричневый, то есть смотрите сами. А закрываешь, светится. Но я думаю, здесь все-таки яркость можно регулировать. Ну, в принципе, достаточно неплохо светится. Если снять пленочку, я думаю, будет еще лучше видно. То есть классно, это хорошо здесь. Я же помню, что здесь какой-то экранчик еще второй. Так, вот такой вот у нас аппаратик пришел. И шел телефон 2 месяца. И смотрите, в режиме выключено. То есть батарея была неактивна, и заряд не потерялся. В современных смартфонах я не помню, что такое было. То есть даже если телефон, блин, выключен, потому батарею хоть заклеивай, хоть не заклеивай, все равно процент заряда теряется. А тут все в порядке. Ну, видимо, все зависит от изготовления батареи к телефону. Ну и от ее емкости. Чем больше емкость, тем больше потери. Энергопотери. Даже в выключенном состоянии. Так. Вот такой вот у нас разблокировать требуется. Разблокируем. Нажмем вот эту штучку. Нет. Да, вот так. Все, ну вот, все работает. Все неплохо. А, проверим сейчас камеру. Камеру надо глянуть. А то я камеру пересмотрел. Так, камера. Ну, камера здесь 1-3 мегапикселя. О чем можно судить? То есть, вполне... А, я закрыл рукой. Вот так вот. Ну, камера. 1,3 мегапикселя, что я могу сказать. Чудес ждать не стоит. Вот такой вот у нас аппаратик пришел. Все, всем спасибо за то, что посмотрели мое видео. И ставим лайки, если кому понравилось видео. Всем спасибо.